В рамках национального проекта автомобильные дороги в республике становятся безопаснее и качественнее. Многие из них отремонтированы капитально. На некоторых участках появились новые остановочные павильоны, пешеходные переходы, освещение. Большая работа проделана в Порецком районе. Рельеф местности вносит свои коррективы в работу дорожных служб. Участки дорог, проходящие даже через небольшие реки, гораздо сильнее подвержены разрушению, технически содержать их сложнее. Автодорога Чебоксары-Сурская – яркий тому пример. В процессе содержания этого участка дороги, там это 149 километр и 166 километр, километр и полкилометра, воды, которые сливались с дороги, размыли земляное полотно. На 149 километре дороги у села Порецкое заменили металлические ограждения, укрепили земляное полотно и установили водоотводные устройства на обочинах. Сложнее дело обстояло с участком дороги в селе Раздольное. Вода здесь практически разрушила переезд через речку Каля. Оползни, образовавшиеся из-за ливневых и внутренних вод, повредили земляное полотно и асфальт. Помимо укладки нового дорожного покрытия, здесь проложили новые трубы и отремонтировали часть старых. Также установили водоотводные устройства на обочинах. Саму проезжую часть обочины расширили. Обновленные объекты были возвращены в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Общая стоимость работ на двух участках составила 73,5 миллиона рублей. Средства были предусмотрены в республиканском и федеральном бюджетах. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.